Так называлась в Древней Греции расцвет и вершина творческой самореализации. Но тогда это было 40. Сейчас, когда фазы жизни удлиняются, то вызов бросает 60. Не все способны развиваться в этом возрасте, но те, кто способен, достигают поразительных результатов. У нас как раз такой случай. Причем во внутреннем балансе. Уверенное строительство молодого государства, понимание динамики и пропорций мировой цивилизации с расчетом на долгий марш Азербайджана, приверженность мужской дружбе и человеческий масштаб, деликатность, такт и хорошие манеры. Ильхам Гейдарович, отличный результат к среднему возрасту. Поздравляю!